Много лет назад президент Узбекистана Ислам Каримов заявил, что такой страны, как Казахстан, больше нет. Все богатства распроданы, государственный долг превышает в 5 раз бюджет страны, земля отдана в аренду иностранцам. Тогда я думал, он преувеличивает. Теперь, после подписания Евразийского союза, я должен признать, что он-то прав. Таможенный союз отлично показал, что политическая помпезность только разжигает народный фанатизм, не более. Евразэс – это такая же игрушка, как детская болезнь левизны. Одно большое болото втянуло в себя 2 маленьких болотца. Мы не должны посыпать голову пеплом, а должны продолжить борьбу против Евразийского союза. Я уверен, рано или поздно этот интеграционный проект развалится, потому что никакого будущего у него нет. Например, в свое время создавалось союзное государство России и Белоруссии. И где оно теперь? Оно осталось там, откуда и не сходило, на бумаге. Мы должны сами себе дать клятву в том, что никогда и никому не отдадим государственную независимость. И мы это сделаем. Thank you.